Всем привет, я Никол Скул. Hi, my name is John Warren, and I'm a TV presenter in Russia. Я Денис Косяков, и я убежден в том, что диалог, особенно с юмором, гораздо продуктивнее любого суждения. Как можно больше показывать через свое творчество, как мир прекрасен. Музыка выше боевых действий. С помощью вкусной, правильной и хорошей еды можно решить все проблемы. Всем привет, меня зовут Раскар, и я здесь в рамках проекта «Гражданин мира». Я за диалог вместо суждения. Я за то, чтобы люди не утверждали, а разговаривали друг с другом. Я гражданин мира. Masterpiece. Я гражданин мира. Я гражданин мира. Я гражданин мира. I'm a masterpiece. Я гражданин мира. Imagine all the people living life and peace. You. Джон Леннон в своей известной песне Imagine мечтает о мире, где все живут в согласии. И это объединяет самых разных людей, в том числе и участников нашего проекта «Гражданин мира». Как вы могли видеть, они все разные, разных вероисповеданий, разных национальностей. Но нас всех объединяет то, что мы хорошие люди. Наша фотовыставка – это призыв поговорить на такие актуальные темы сейчас, как миролюбие, дружба между народами, любовь к своей родине. И мы приглашаем вас осуществить мечту, о которой поет Джон Леннон, о мире и согласии. Будьте гражданами мира!